В моей голове существовал один миф, что Индия омывается Индийским океаном. Но если быть более конкретным и взглянуть на карту, то окажется, что юго-западное побережье Индии омывается Аравийским морем. И вот сейчас я как раз нахожусь на этом самом побережье, в городе Гокарна. Этот пляж называется Майн Бич. Достаточно пустынный пляж, если вы хотите погрузиться в глубину своей души. Вот представители фауны здесь на пляже спокойно отдыхают. Так вот, если вы хотите погрузиться в глубины своей души и подумать о вечном, то это очень замечательное место. А остановиться можно прям на берегу. Здесь вот несколько кафе. А вот там дальше есть гостиницы, есть просто маленькие соломенные домики.